Я закончил 4 А-класс лицея школы Крок. Я хочу стать дизайнером интерьера, либо же архитектором домов. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. Я хочу стать кинозвездой. Я просто еще с 3 лет начала как плакать, непонятно почему, и как это наигранно делала. И я очень хорошо, мне мама всегда говорит: Настя, когда вырастешь, всегда станешь кинозвездой. Друзьям пожелаю, чтобы они достигли своей цели и стали хорошо зарабатывать по 1 000 000 в день. И купили себе ламбу и гелик. Оксана Степановна, потому что она учитель английского, и я люблю разговаривать по-английски, и она очень не добрая, а справедливая. Велосипедист. Ну, во-первых, наверное, у меня хорошая выносливость, и они там ездят по 200, 250, 100 километров. Наверное, доктором, потому что я люблю помогать людям. Мне кажется, история. Потому что там все учить надо именно наизусть. Я желаю своим друзьям хорошо учиться. Я желаю учителям не быть сильно строгими. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Лариса Викторовна очень добрая, всегда поможет. Я пожелаю ей здоровья, чтобы она всегда была веселой, чтобы у нее все было хорошо в жизни. Я очень хорошо пою, и мне нравится играть на фортепиано. Почти со всеми дружу, там несколько человек на пальцах пересчитать, с кем я общаюсь. Ну да, мы на переменах по коридору бегаем часто. Да, очень люблю в футбол играть. Ну, иногда изгоняли учительницу математики, и она не пришла, кстати. Мы попрощались с ней, и все. Я пожелала учителю математики не задавать сложные задания, потому что я сильно не люблю сидеть дома, потому что я люблю поиграть в компьютерные игры. Я думаю, программистом, потому что я хорошо разбираюсь в компьютерах и сильно нормально провожу времени за компьютером. Я готов преодолевать трудности по математике. Я хочу поехать на отдых на все лето к моей сестре. И, может быть, еще куда-то в другую страну поехать. А когда я вырасту, я приеду в другую страну учиться. Нет, первую зарплату я отдам на благотворительность детям, которые живут в детдоме, которые имеют родителей. Я хочу зарабатывать много денег и хочу стать программистом. За первую зарплату я куплю себе Теслу. У меня очень много друзей в классе, они хотят стать программистами. Они мне не конкуренты. Мой любимый учитель Лариса Викторовна. Ну, потому что она классный руководитель, и она потом помогает нам. Я хочу стать моделью, полететь в Голливуд. Для этого я занимаюсь английским хорошо, дополнительным. Я просто хочу, ну, странствовать по миру вообще, что-то такого. Я люблю Голливуд вообще. Если вот честно, то я не любила дистанционку больше всего. Ну, во-первых, потому что было много домашних заданий, половину того, что непонятно, нельзя было спросить. Да, можно было перемотать, но от этого мало пользы, можно и так сказать. Просыпаешься, а мама уже тебя не будет в 7 утра и говорит: Ася, подъем. А я сама просыпаюсь и так вальяжненько. Да, на дистанционке я стала очень ленивая. Много теперь кушаю конфеток. Я дистанционку вообще не хочу уже в 5 классе, в следующем классе, потому что не хочу кушать много конфет и скучать по друзьям. Спасибо родителям и спасибо учителям за то, что они нас терпят и учат, и делают много всего хорошего. Ну, в будущем хочу стать дизайнером. Мне нравится придумывать дизайны разных одежд. Ну, в магазине там будет такая нежная одежда, пастельная. Женская одежда в основном. Я всем своим подружкам буду делать скидки. Приезжайте ко мне в будущем. Ну, то есть у нас просто есть аквариум в классе, и там рыбки иногда. Похоронный бизнес много денег приносит. Я вообще из 5-го класса. Я тут не учусь. Я желаю пацанам быть крутыми, богатыми. Я закончила 4-й класс. Мой любимый предмет – это математика и ИЗО. Моя лучшая подруга – это Лина, моя подруга – это Антхи. Ну, я с Линой гуляю иногда. Ну, мы катаемся обычно на пеннибордах. Пенниборд – это очень такая вещь, очень похожая на скейтборд, но не совсем скейтборд. Я бы хотела, чтобы у меня была любящая семья. Может, в Америке. В Америке возможностей больше, и у меня там будет красивый большой дом. Я люблю рисование и английский, потому что английский это интересно, и когда я вырасту, я, скорее всего, поеду куда-то за границу. В Америку или в Германию. Ну, я еще хочу немецкий язык учить, а может быть художник, что-то такое. Или вот я хочу открыть свой как завод, и я буду делать там косметику, тени, вот такое вот. Я хочу стать владельцем завода косметики. Я бы хотела, чтобы я написала программу, которая добавляла выигрыш в игре. Больше всего я умею учиться. Я знаю английский, очень его люблю, потому что я понимаю, что когда-то в жизни я буду где-то путешествовать, и мне он очень сильно понадобится. I want to have money. Я хочу уехать в другую страну и стать миллионером. Я это сделаю. Я хотела бы стать, не знаю, либо иметь свой ресторан, либо пойти на, либо быть поваром. Потому что это выгодная профессия. Либо американская, либо итальянская. Я буду приглашать всех одноклассников и делать им крутые скидки. Мое любимое блюдо, наверное, бургер. Значит, он вкусный, там мясо, фрукты всякие. Америка либо Дубай. Потому что там всегда лето и там жарко. Я поеду в Дубай один и буду зарабатывать там миллионы. Put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean.